Здравствуйте, мои юные друзья! В нашем телеграм-канале перед нашей записью проводилось голосование, и один из победителей был Стинт. Трек называется «Идиот», друзья мои. Ну, по вашей просьбе, сегодня мы его послушаем. А также, друзья мои, приглашаем вас всех в наш телеграм-канал, голосуйте, и тогда, возможно, если вас будет больше, и разнообразие на нашем канале будет больше, если вас будет больше в телеграм-канале, где вы будете голосовать. Напоминаю вам также, что я есть на Литрес, две мои книги там выложены. Скачивайте, читайте, рекомендуйте друзьям. У Максима есть свой игровой канал, там он что-то новенькое привнес, пока не... Ну, что-то забыла что. И еще мы собираем деньги на донаты. Мы собираем донаты на камеру. Донатьте, друзья мои, и будет у нас новая камера. А значит, и качество наших реакций будет выше. Ну, а пока что мы слушаем «Идиота». Ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду к врачу. Как лекарство теплый виски помогает встать с утра. Прогораю после вписки, но не устану прогорать. Сегодня тебе больно, но завтра не будет. После сна все плохое забудем. И на утро поболит твоя дурная голова. Сегодня тебе больно, но завтра будет после сна, все плохое забудем. И на утро поболит твоя голова. Прожигаю жизнь, говорю же идиот. Пришел на выпускной, набухал выпускников. Выпить пару шотов, и ты мне как родной. Ходить повсюду трезвым, не моя роль. Как лекарство теплый виски помогает встать с утра. Прогораю после вписки, но не устану прогорать. Ну, что я хочу сказать. В принципе, такая, ну, как бы песенка веселая получилась. Она мне, знаете, кого? Чем-то Илюшку Мазелову или Лиду. Вот какой-то стиль такой от них взятый. Вот когда они дурью маются, вот эта песенка получилась из этой серии. Вообще, друзья мои, пить вредно, чтобы вы знали. Вот, поэтому не пьем. А вот по поводу идиота, то есть прикинуться идиотом. Знаете, что я хочу сказать? Что в нашей жизни иногда полезно прикинуться дураком, тогда, если ты им прикидываешься, иногда легче жить. Когда тебя народ воспринимает немножко не так, кто ты есть на самом деле. Это и есть такая хитрость. Вот. Ну, не знаю, кто-то со мной поспорит. Не буду спорить, ну, каждому свое. Вот. Ну, не знаю, как нам оценивать эту минуту 39. Было позитивненько. Конечно, по тексту, ну, хотя по тексту было тоже. Ну, в общем, как бы по тексту, что? Было легко. Вот, хотя там со словами было так все. Ну, 7 баллов за стихоплёдство. 7 баллов за музыку и 9 за атмосферу, потому что было так легко и как-то атмосферно. Хотя вот если сказать там к тонкостям придираться, ты даже не знаешь, что там хорошо было или не очень, но в целом получилось неплохо. Итак, 23 балла мы делим на 3, получается 7,7 баллов. Получает идиот, тот самый идиот, который называется, как он там называется, Стинг или кто? Стинг. Стинг. Вот такие пироги. Всем пока.